соперник красного гуринга, красный трусак с белой глазой, обладатель чемпионского пояса. И надо сказать, что для Максима Власова это будет защита пояса. Да, ну, WBO Global. Максим Власов очень опытнейший, конечно, боец, как мы уже говорили. Он встречался с огромным количеством выдающихся бойцов своего весовой категории. Да, можно просто сидеть, перечислять. Айзек Чилемба, да. Марк Гарсия, Кшиштоф Главацкий. Ну, просто колоссальная. Олан Реваджу Дурадова, да. Поэтому... До этого даже Рахимчик Киев был. Олимпийский чемпион, между прочим. Абсолютно верно. Вот так сразу начинает включаться в работу Максим Власов. Не оставляет Гансу никаких шансов пока что на действие. Полностью заполняет своей работой первый раунд Максим Власов. Ну и у меня такое ощущение, что уже нацелен на один завершающий удар Максим. Но Мартей так плотно перекрывается здесь. Собран, сосредоточен. В стойке левши он начинает этот поединок. Я думаю, так как это 12-раундовый поединок, никуда не будет торопиться спортсмен из Ганы. Да и Власов пока не особо форсирует вроде бы. Первый раунд такой разведывательный. Два раза с дальней руки попал здесь Максим. Хорошо сейчас пробивал апперкот, правда, не показали нам его результат. Видеорежиссеры решили показать нам секундантов ганского спортсмена. Мартей продолжает так перекрываться за блок. Сосредоточен, он собран. Позволяет себе Максим Власов немного так опускать руки, вызывая этим самым соперника на себя. Да, мне кажется, выманивает он ганца. Эммануэль Мартей только рад пойти вперед поработать. Не зря же он в конце концов из Ганы прилетел в Россию. Напомню, первый выездной поединок в карьере ганца. Раскачивает на ногах Максим своего соперника, ищет момента для удара. Разменят друг от друга, оттолкнулись боксеры. Ну, хотя у Эммануэля Мартея достаточно такой внушительный, как мы говорили, послужной список. 15 боев, все 15 одержал победы, 11 из которых досрочные. Ну, и... ну у Максима Власова еще более впечатляющий. Абсолютно верно. Hey!
первый раунд закончен. Дорогие друзья, на поединке присутствует глава республики Адыгея Буран Карамбевич Кумбинов. Также Максим Власов против Эммануэля Марте. Ну и чуть активнее решил Власов начать второй раунд. Тут же пошел вперед с ударами. Но пока мало серийности, мне кажется, от Власова. Часто на одиночные удары он срывается. Вот сейчас Ганец пытается ответить. Ну и есть, кстати, смысл Власову вспомнить про корпус. Совсем мало туда ударов мы видим. Будет ли обострять все-таки спортсмен из Ганы? Конечно же, не во втором раунде, но пока первый раунд он провел, можно так сказать, практически весь за блоком. И будет ли что-то предпринимать он во втором, либо пока останется также за блоком. Здесь. Я думаю, все вот эти большое количество финтов и то, что Максим опускает руки, все-таки это попытки немножко вытянуть на себя Марте. Да, пока что в плотной обороне Эммануэль. Я думаю, Максиму это не очень удобно. Надо отметить, что для Эммануэля в этом году это всего лишь второй поединок. Предыдущий свой поединок он проводил в апреле и тогда закончил тот бой досрочно. Ну а для Власова это третий бой в 2019. Хорошо, сейчас справа попал Власов. Выдержал Ганец. Ну и потихоньку начинает находить бреши в обороне соперника Максим Власов. Находится близко вроде Максим и где-то уклоняется, постоянно дает возможность промахнуться. Отлично ушел от джеба своего соперника Максим Власов. Провоцирует Максим, все-таки вызывает на себя. Хорошо заканчивает время от времени комбинации своей серии ударом слева по корпусу. Очень внимательно работает Максим Власов. Он выцеливает какие-то бреши в обороне соперника. Просто так серии на блок не накидывает, силы не тратит. Ну вот он, колоссальный опыт. Концовка второго раунда. Продолжение боя.
третий раунд. Традиционно для себя Эммануэль Марте начинает его так за блоком, практически не отвечает, а вот что-то случилось. И мне кажется, просто в глаз попал Власов сопернику. Другой вопрос, готов ли продолжать Эммануэль. Да, судя по всему, готов. Просто неудачное стечение обстоятельств. Ну так, чуть более открыто начинает работать Мартей. Ему надо включаться, пока он только работает из-за блока. Вот так редкие-редкие его удары. Ну и начинает свою правую потихонечку вколачивать Максим Власов. Зажимает сейчас соперника в углу. Ну и тут поработать бы. Вот так, сквозь блок. Ох, сейчас отвечает, Ганец отвечает, двойка. Да. Не собирается он просто стоять и получать. Так, выбросил неожиданно джеб, и мне показалось, даже попал им. Мартей, но не очень сильно, не акцентированно он это делал. Максим Власов продолжает так немного опускать руки, пытаясь вытянуть отсюда из-под панциря своего соперника. Все-таки Максим скандируют зрители. Ну да, естественно, зал Власова поддерживает. И сейчас начинает забивать Власов, но Ганец тут как тут со своей защитой корпусом. Правда, сейчас в этот самый корпус пропускает. Очень внимателен Власов. Не пропускает он вот эти ответные выпады Ганца. Ну, по тем резким ответным атакам Мартея, такое ощущение складывается, что все-таки Власов гораздо его быстрее по скорости. Есть преимущество у Максима Власова по серийности. Легче начинай, быстрее, говорят из угла Максиму Власову. Ну, все правильно, собственно. Не делают ставку, конечно же, на один акцентированный удар. Дистанция такая достаточно длинная, 12 раундов, а это только третий раунд. И тут обыгрывает, пока Максим ищет моменты для нанесения хорошего, мощного удара. А может быть, тоннаж сыграет здесь свою роль? Да, вполне вероятно. Все-таки каждый удар Максима Власова – это отнюдь не поглаживание. У него сила удара точно на месте. Достаточно посмотреть на то, сколько раз он нокаутировал. Сейчас вот, например, очень неплохой чувствует эпизод, это Мартей. Для, да. для Максима. Перерыв. Ждем следующий раунд. Четвертый раунд в чемпионском бою. Максим Власов защищает свой пояс WBO Global. Ну и претендент Эммануэль Мартей из Ганы. Отличная комбинация в начале раунда от Максима Власова. С туловища на голову он так пробил двумя апперкотами. Оба попали в цель. Отличать боксеров в этом бою несложно. Хороший южный загар, скажем так, у ганского спортсмена. Ну и Максим Власов продолжает в такой манере заманивающего боксера работать. В ловушку он пытается заманить Ганца. Опускает руки, вперед наклоняет голову, подставляется как может, в общем.
Пока в первой половине боя абсолютно не активен Мартей. Так, постоянно перекрывается он за блок. И в предыдущем раунде было несколько эпизодов, когда был он прижат к канатам. Имею в виду, какой удар попал справа, пропустил Максим. Ганец, да, и тут же на канаты. Отлично, несколько Ганец. Попаданий. Так, в разрез блока попал Максим с дальней руки. Ну да, прощупал, видимо, своего соперника. Начинает Максим разбивать. Чувствует, что... Ну, чувствует запах крови, скажем так. Пытается сейчас наслаивать комбинации одну на другую. Хорошо, с левой сбоку стреляет Максим. Продолжает поддавливать Максим. Не меняется рисунок боя. Ну и мне кажется, Ганец эти удары прочувствовал. Такое у него беспокойство на лице. Уже не так он хладнокровен и уверен в себе, как был, например, еще в начале раунда. Видимо, долетели колотушки Власова до цели. Ну, плюс ко всему, еще ничего не попадает спортсмен из Ганы. Не может он дотянуться до своего соперника. Очень часто промахивается. Вот стал чаще он делать эти попытки. Угол ганского спортсмена нам сейчас показывали. Но хорошая комбинация от Максима. И между двумя связками даже успел дать возможность промахнуться он своему сопернику. А пока что очень грамотно действует Власов. Ох, сейчас попадает уже Ганец, например. Не часто от него эти попадания, да, но вот тут действительно редкий случай в этом бою. У нас, кстати, концовка раунда. Слышим гонг, ждем следующий раунд. Пятый раунд из 12 запланированных начинается, естественно, с атак Максима Власова. По-другому у нас еще ни один раунд не начинался. Крайне заинтересованные болельщики на наших экранах очень внимательно наблюдают за действиями Максима Власова. Немножечко оправился, мне кажется, в перерыве Ганец. У него куда-то делось вот это растерянное выражение лица. Начал он немного двигаться на ногах, мы видим. Так, чаще стал пытаться отвечать. Ну, а зажал тут канатом своего соперника Максим. Будет ли многоударная комбинация? Ну, хотелось бы на самом деле. Сдвоенный джеб пробивает Мартей. Такое чувство, что Власов дает Ганцу поработать сейчас. Вполне возможно. Действительно, Максим пытается его вытянуть на себя. Пытается, возможно, сделать так, чтобы чуть-чуть поверил в себя Мартей. Да, возможно, понял Власов, что не пробивает он эту плотную защиту и решил снять ее вот так, хитростью. Тоже неплохой способ. Видимо, ярых болельщиков, фанаты, да, за Максима Власова топят на самом деле.
Вот тут даже дает возможность, меняет стойку Максим Власов. Он, что, в принципе, наверное, он делает не так часто. Возможно, решил удивить соперника. Уже обратно поменял стойку Максим. Правый в разрез пробивает, левый сбоку дошел до цели, но держит это Мартей. Пытается поставить в угол Мартея Власов. Почтальон от Мартея. Первый раз три удара подряд он выбросил, если я не ошибаюсь, в этом бою. Да, я тоже не припомню таких случаев. Оп. Дает уже такое, скажем так, включается, наверное, потихонечку в работу и Мартей. Хотя пора уже. Кстати, довольно редкое в профессиональном боксе, в отличие от олимпийского, замечания сейчас получает Эммануэль Мартей за низко опущенную голову рефери. Так, пальчиком помахал перед Мартеем, попросил держать голову выше, ну а мы скоро увидим в следующий раунд. Боя у нас не меняется. Максим Власов все так же работает первым номером. Пытается раскрыть здесь передней рукой Максим своего соперника. Пробивает то между рук, то через руку левой рукой. Ищет брешь для правого попадания. Находит его, несколько раз попал. И уже над правым глазом небольшая гематомка надувается у Ганса. Но это не удивительно. Большое количество ударов выбрасывает Максим, и многие из них достигают цели. Трехударная комбинация от Максима. Левый сбоку он заканчивает. Пытается апперкот донести до подбородка. А сейчас сквозь блок попадает. И немножко открывается Ганец. Даже сам пошел в атаку. Возможно, понимает, что нельзя так весь бой ходить и просто держать. Но ему приходится как-то отгонять соперника, да, от себя, потому что когда Максим очень надолго задерживается на ближней дистанции, он начинает просто разбивать его. Зал активно поддерживает, конечно же, Максима Власова. А тем временем огрызается Мартей. Ему ничего не остается делать, он прижат снова спиной к канатам. Последние три раунда друг на друга похожи практически как две капли воды. Ох, хорошо дал промахнуться своему сопернику Максим. Тут же наказал его за это попаданием, ну, вот справа. На это и рассчитывает, я так понимаю, Власов. Чаще он хочет вытягивать, да, на себя соперника. И, возможно, чтобы для того, для точных донесений своих ударов. В какой-то мере, наверное, даже на градус отчаяния соперника рассчитывает. Заставляет того все чаще и чаще рисковать. И в эти моменты старается наказывать. Ну и надо отметить, что Мартей
Ну, в последних трех раундах чаще стал провоцироваться на свои атаки, больше стал атаковать. И благодаря этому у Власова чаще проходят чистые удары. Ох, сейчас по спине, да? Да, зарядил в район почек Мартей. Но рефери замечания не сделал. Шестой раунд позади. Доходим. Эммануэль Мартей против Максима Власова. И снова раунд начинается с атак Власова. По корпусу сейчас пропускает Максим. Мартей чаще стал отвечать. Правый крюк выбрасывает Мартей. Ну да, поагрессивнее стал работать Ганец. Больше ударов наносит именно Власов. Мне кажется, так пока нет вопросов, кто ведет по судейским запискам здесь. Да, огромное преимущество по ударам и по активности у Власова. Я думаю, была бы у нас статистика, подозреваю, что там где-то трехкратный перевес по попаданиям, плюс-минус. Вполне возможно, Мартей делает ставку на вторую половину боя, так как бой, конечно, очень длинный, 12-раундовый, и будет включаться именно здесь. Ну, совсем скоро у нас будет возможность проверить эту теорию. Гансу сейчас выносит предупреждение за удары ниже пояса. Низковато, да, он выбросил там удар. Ну, кстати, никакого общения между боксерами не было. Формально не извинился Эммануэль Мартей. Ну что ж, посмотрим. Возможно, это разозлит Максима Власова. И Максим, в принципе, не стал брать какую-то длинную паузу. Сразу же рефери дал команду к продолжению поединка. И Максим начал снова так обстреливать своего соперника, обрабатывать его передней рукой. Максиму, мне кажется, не было смысла брать длинную паузу. Он сейчас в хорошем темпе работает. Да, и хорошо, несколько раз попал справа здесь Максим. И тут еще раз за руку попадает. Да. Пытается корпусом обороняться Ганец. Хорошая комбинация, да. И разбивает. Мне кажется, нащупал вот этот сильный правый боковой Власов. Понял, куда нужно бить. Ну и принял решение, что нужно обострить в этот момент поединка. Эпизод для Максима. И берет такую небольшую паузу Максим для того, чтобы, возможно, вытянуть на себя соперника, для того, чтобы немножко перевести дух. Мощным боковым справа попытался попасть Мартей, но рассек им воздух. Снова быстро, но легко попадает Максим. Раунд позади. Ждем продолжения. Oh!
восьмой раунд. Все так же Максим Власов в атаке. Но, возможно, сейчас с каждым раундом все больше и больше будет включаться Мартей. Ну, в прошлом раунде такой достаточно хороший эпизод был для Максима. Он очень остро обострил, много тяжелых ударов донес до цели. У Канатов, да, поставил соперника, там начал разбивать. Да, мне кажется, что вот Максим также будет от раунда к раунду прибавлять еще. И прибавлять не только в скорости и точных попаданиях, но и будет добавлять жесткость в свои удары. Да, я в этом не сомневаюсь. Тем более те, кто смотрят и смотрели поединки Максима Власова, знают, что функционально он всегда достаточно хорошо готов. И дистанция 12 раундов для него совсем не чужда. Да, буквально в предыдущем своем поединке против Айзека Чилембы прошел он все 12 раундов. До этого в ноябре 2018 года против Кшиштофа Гловацкого тоже, да, 12 раундов. Хотя, к сожалению, для Максима неудачно закончился поединок. Проиграл он тот, да, поединок, да, но несмотря на это, дистанция для него знакома. Это точно. Вот так даже почти в грудь пробивает здесь Максим. Хорошо. О, поймал цепанул, на контрпанч, да, сейчас, да. В разрез здесь попал Максим. И снова поставил канатом соперника и будет разбивать на выбор. Не хочет Максим давать Гансу отойти. Держит, держит его у, да, канатов. Все правильно делает. Я думаю, ищет момент либо провалить, либо попасть навстречу. Ганец раз за разом выбрасывает вот этот правый крюк, но, в принципе, подстроился под него Максим, достаточно хорошо защищается. Да, мимо себя пропускает этот удар. Хорошо с левой за локоть попал Власов. По корпусу я имел в виду, конечно же. Показывают нам супервайзера WBO. Внимательно она следит. Судью хронометриста, да. Ну а теперь снова боксеров показывают, удивительно. Неплохо попадает дважды Власов, и, судя по всему, Ганец довольно уверен в своей челюсти. Опускает он руки в этот момент, попытался ответный удар нанести, но не попал. Ох, несколько раз хорошо попал, мне кажется, Максим цепанул, чуть-чуть повело, да, да, мне показалось. Повело Ганца, а вот и клинч, практически первый за этот бой, и мне кажется... Так, кстати, подвымахался Власов сейчас. Да. Тяжело он вздохнул, но вот удара снова донес. Попадает. И уже не так крепко на ногах стоит Ганец. Но понимает Максим, что нужно обострять. Такой у нас концовка. Концовка восьмого раунда. И я думаю, мы с вами, конечно же, увидим продолжение в девятом раунде. Да, ждем именно его. Девятый раунд. Да, девятый раунд. Совсем не за горами у нас чемпионские раунды. Попал в начале девятого раунда джебом Мартей. Тут же обострил Максим. Мне кажется, начал... Будет ли, вот, будет начал, ли, да, пойдет ли на штурм начал Максим. Начал сказываться этот тоннаж на Мартея. Слышим мы, как активно болеют в зале за Власова. И стал, кстати, часто вниз головой уходить Ганец. Мне кажется, начал он чувствовать эти удары. Некоторые даже сквозь блок. Застаиваться стал Мартей.
Для Власова отличная возможность поатаковать. Хорошо так снизу, и тут же прямым справа попадает Максим. Переключился сразу же на корпус. Еще одно попадание справа. Ну, пытается, да, вот этими ударами по корпусу снять защиту с головы. По классической технике действует Власов. Отличное попадание. Два удара донес. И еще туда же. Тут же уходит, ну, так, защиту Ганец. Силовые удары друг на друга уже Максим. Пропускает чистый Ганец. Но пока стоит. Немногие могут похвастаться такими заслугами, что столько пропускают от Власова и еще стоят на ногах. Ну вот, Ганец один из них. Крепкий Мартей. Хотя видно, что уже тяжеловато ему. И видно, что задышал так и замедлился. Но продолжает оставаться здесь, в бою. Практически не начинает сам комбинации, здесь мы видим Мартей. Ну и совсем какие-то отчаянные удары стали у Эммануэля. Замедлился да. Эммануэль. Не всегда он успевает, и поэтому большую часть внимания своего уделяет защите. Видимо, все-таки сказались эти удары. Видно, что опять вот это растерянное выражение лица, которое видели мы где-то в третьем-четвертом раунде. Сейчас оно снова на месте. Потряс Власов своими ударами оппонента. И чаще стал застаиваться здесь у канатов Эммануэль. Все-таки напропускал он много ударов. Тут вопрос еще, сколько сил все-таки осталось у Максима Власова. Это точно. Да. Попытается ли он все-таки где-то закончить досрочно, либо, понимая, что уверенно ведет по очкам, будет так рационально рассчитывать поединок дальше. Я думаю, в углу у Максима это решат. А с тем временем подошел к концу 9-й раунд. Десятый раунд. По некоторым данным, мне казалось, что бой должен быть 12 раундовым, но да. Мне показалось, перед началом 10 раунда боксеры пожали друг другу руки, и поэтому да. Непонятно, заключительный это раунд, или все-таки они нет. Бы все-таки нас ожидают еще 3. Ну, судя по рукопожатию, и к тому же мне показалось, Александр Загорский сказал, что это заключительный раунд, поверим гуру своего дела. Но в любом случае, смотрим этот поединок, Максим обострился, от такой размашистый правый боковой он бросил. Но руки были на месте здесь у Мартея. Очень много ударов он пропустил. Конечно же, все понимают, что, я думаю, ни одного раунда пока не выиграл Мартей. По судейским запискам во всех из них ведет Максим. Но все равно остается на ногах пока. Снова меняет стойку Максим Власов. Решил в левше поработать, но тут же вернулся в родную. Отлично, апперкот справа да. Подцепил. И мне кажется, так даже немножко тряханул он здесь
Марте. Видимо, сам тоже почувствовал это Максим и попытался обострить. Да, очень тяжело Эммануэлю, это видно. Идет клинч Марте, судя по всему, действительно в режиме выживания в этом раунде. Наноси удары выше, просит рефери от Марте. Ох, хорошо попадает, да. Максим, да. Какие удары стали проходить у Власова. Иногда складывается ощущение, что 1-2 точных ударов подряд, и Марте может оказаться на конвасе. Но продолжает он держаться, сильно он замедлился, мы это видим. Что надо ответить к чести ганского спортсмена. Достаточно быстро восстанавливается он после пропущенных ударов. Концовка 10-го раунда. Поединок, да, завершен, дорогие друзья. Нам остается дождаться вердикта судей. Судейским